приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту комплекса Мирукани. В данном видео закончил я ремонт двухкомнатной до этой квартиры. 40... сколько там? Жилой 41 с чем-то там. Без балкона? Да. То есть, ну, балкон не делал, потому что зима, холодно, на балконе все-таки нужно работать там ближе к весне, когда маленько потеплее. Так, закончил ремонт, вот хозяйка Ольга расскажет, как делал ремонт. Ну и вообще, Оля, расскажи, ну вот интересно людям, когда они будут делать, вот, ну допустим, вот ремонт такой квартиры, сколько уйдет денег вот, на материал. То есть по работе я не говорю, потому что по работе там, ну, у всех все по-разному, там, смотря какие работы. Ну вот, вот такой вот, сколько уходит на материал, то есть это в принципе по материалу стандартно. И вот вообще, кстати, ну вот снимаем в Абакане, это кто застройщик? Транстрой-застройщик. Транстрой, да? Вообще вот сделано тут довольно все хорошо, то есть полы ровные, стены ровные. То есть я вот делал, у некоторых не буду говорить у кого, ремонт у застройщика, ну там просто капецно бывают стены, ну, короче, один раз было, что вот дверь, проем, и ушло 8 мешков штукатурки, то есть вот такой вот слой просто закидывали, то есть, ну, вообще капец. Так, ну, расскажи, ну давай, наверное, покажем, что получилось. Ну и расскажи вообще, что ты вот хотела, вот мы когда зашли, да, здесь были стены и бетон. Ну я покажу, наверное, совмещу, что было видно, что здесь было. Расскажи, что ты вообще вот хотела увидеть? Как вообще себя представляла квартиру? Вот эту? Ну вообще, что, то, что я как бы хотела себя увидеть, я получила. То есть, ну, как бы, начнем с того, что в принципе, как бы, то, что я себе надумала, оно получилось. На самом деле, как бы, легко объяснить то, что ты хочешь, и ты понимаешь это адекватно, то есть ты реально понимаешь, что человеку нужно. Вот это я. Да. Потому что сказал, вот, хочется так, и по итогу получается вот именно так, как хочется. Это, ну, тут, в принципе, это, да, тут все стандартно, потолки натяжные, обои. Вот проблема в основном возникает, когда там покраска, чем камень. Как бы, ну, такой, в принципе, стандартный ремонт, как правило, у всех. Вот. Ну, как бы, да, но в то же время, как бы, как у всех, но качество не как у всех. То есть, вот в этом момент... Качество тоже как у всех. Ну, как бы, прям вот видно, что стараешься. Я думаю, что я, да, стараюсь, чтобы поддерживали какой-то... Да. Кстати, часто так это скидывают, посмотрят видео и скидывают, да, ну все, можно это, телефон типа симку выкидывать. И не найдешь. Сколько ждала меня? 3 месяца. 3 месяца, кто, по-моему, там раньше начался? Нет, 3 месяца, да, 3 месяца получается, вот полностью все лето. Конечно, хотелось бы лучше, но, ой, быстрее, раньше, но... Ну, как бы, я не пожалела. То есть, вот прямо вот на самом деле, я не пожалела, поэтому, конечно, следующий ремонт я, конечно, планирую. Запишусь обязательно. Так что жди там, не знаю, конечно, когда это будет, но запишусь заранее. Вот. Давай я там покажем вообще, что получилось. Ну, я расскажу. Вот, начиная там с коридора, да, вот. Ну, и, кстати, где что будет там. Там же мебель еще будет. Сейчас я возьму. Так, ну, если начиная с входа, коридор, тут, конечно, будет шкаф. Шкаф будет под потолок, встроенный, зеркальный, зрительно расширить пространство. То есть здесь на полу Ваня сделал теплый пол, полностью по везде, по кафелю. А это кафель какой? Я не помню название. Но я знаю, что он какой-то. Я знаю, что он какой-то.
Не помню. Двери, да, ты, кстати, абрамировал. Многие спрашивают, вот двери, когда черные двери на входе и светлые, ну вот, межкомнатные. Вот какие делать обрамления, светлые или темные? Ну вот, в принципе, как бы нормально смотрится на темной двери светлое обрамление. Да-да-да, я, кстати, по этому поводу очень сильно переживала, что вот оно будет как-то разниться и будет вот это вот как выходить из общей этой картины. Ну, конечно, такого я не увидела. Ну, хорошо смотрится, причем как-то оно все слилось в одну вот, и контраст есть, и, ну, опять же, все как-то красиво получилось. Так, ну-ка, ванна, что там? Здесь ванна. А, ну вот насчет ванны. Проблемная была ванна. Тут вообще проблемная была. Я тут зашел, я, честно говоря, вообще в шоке был. Так. Да, была проблемная ванна, но как бы все, кто заходили, спрашивали, зачем вы купили вообще, в принципе, квартиру с такой ванной. Ну вот, как бы... Ну здесь, да, здесь зашли, тут просто очень узкое какое-то пространство длинное. Оль, выйди, я вот так вот сейчас на всю длину покажу. То есть просто было узкое длинное пространство, и меня больше всего поразило, что вот здесь вот, получается, у нас вот здесь коробом зашито, и вот здесь вот у нас слив идет весь. И самое прикольное было, что вот там оттуда идет кухня, да, вот сюда вот приходит, вот здесь вот у нас стоит унитаз, то есть это вот вода отсюда с унитаза бежит сюда и сливается только вот здесь. То есть, ну, через, там, не знаю, бы месяца два, мне кажется, просто бы эта труба там вся бы там засралась, и все, и просто бы все бы вскрывать и переделывать. Ну, вот, сейчас вот, ну, тут инсталляция. Также по полу теплый пол идет. Так, ну, и вот здесь вот еще сразу сейчас покажу, что у нас... Вот здесь вот идут трубы у нас идут в полу, и здесь их пришлось вот так вот вмораживать, грубо говоря, они почти в стенах, то есть тут доступ, чтобы их перекрыть. То есть вообще трубы идут все в полу, это уже изначально от застройщика. Так, ну, показывай ванну. Все, вот вроде как Ваня. Так, вот, вот здесь... И тут у меня такие классные будут. Ваня мне их сам сделал. Да, с лючками. Я, кстати, полностью видео делал, как я, ну, как я их делаю изначально. Они правда классные. Как мозаику клею и как... Вообще, вот насчет мозаики, я же тебя уговорил. Да-да-да. Мне кажется, ну, все-таки, хоть я там чуть-чуть косячнул все-таки, но я там показал, где что косячнул чуть-чуть. Ну, мне кажется, вообще нормально получилось, вот, намного с ним. Ну, я как бы по этому поводу вообще особо-то и не расстроилась, что там... Потому что я же вижу все равно, что это классно смотрится. Поэтому как бы... Вино поставится, да? Я прикидываю. Шампунтики, чтобы на стенах ничего не было. Все здесь вот будет. Полочка. Так, вот здесь вот у нас стиральная машина. Да, стиральная машина будет стоять. Все как бы, все предусмотрено, все сделано. Так, и полотенчик у нас такой, потому что здесь не было вообще труб для полотенцесушителя изначально. Угу. У нас электрический. Да. А, ну и вообще вот здесь вот в этом коробе тут идет вообще как вентиляционные шахты. И вот тут вот так сделано. А кафель ты не помнишь, это какой? Нет. Не помнишь? Нет. А где покупали, не помнишь? Ну, магазин «Керамика», он какой-то там... Итальянские вроде как говорили, что там, ну, как бы кафель действительно классный. У них коллекции очень-очень хорошие, но как бы долго идут. Вот с этим, конечно, у нас было маленечко с магазином моменты, что очень долго они привозят товар, и вот это вот, конечно, нам маленечко затормозило ремонт. А мозаика у нас, в общем-то, быстро пришла. Мозаика, да, мозаика, кстати, очень довольно дорогая. Угу. Я как-то думал, ну, я когда тебе говорил, мозаику давай все-таки покрасивее, я думал, она рубля 4 будет квадрат. Это, по-моему, 5600, да, что-то? 9200. Нет, за квадратный метр. А. Что-то, по-моему, 5600 с чем-то. Да, там оно как-то, ну, да-да-да.
Ну, в общем, на ванну, как бы, вот, мозаики, оно на 9000 ушло. То есть, как ну, 9000. Давай это я подержишь, я угу. покажу этот угу. сам лючок. Ну, вот такие вот лючки, самодельный лючок вот этот вот, он на магнитах просто. Здесь у нас вот они магнитики. Ну, я все, в принципе, показывал, как я его делал. Ну, просто кто это видео только смотрит. И все из гипсокартона, а это мозаика отклеена. И ручки мебельные, ну они там любые, есть под любой цвет. И все. Ну и здесь тоже. Это под обвязку идет. Под, ну, под ванну, чтобы можно было там прочистить все, если что-то нужно. А, ну и здесь, кстати, это специально, чтобы там ведра поставить. То есть места много, вот это вот тут. Ну, все можно запихать, не знаю, сколько там ведер нужно. Много. Запихать. Да, кстати, видео, да, я покрасил тоже краской. Угу. Красиво. Ну, не видно ничего. Ну, вот, кстати, вот если такой лючок покупать, выдвижной, он такой люк где-то стоит рубля 2,5-3, вот такой вот люк стоит что-то в районе 4,5 тысяч. В принципе, ну вот кто сам будет делать, экономия приличная. Так, здесь у нас так, ну и здесь у нас получается подвесная тумба идет, а здесь у нас стеклышки, да, будут. У нас короб такой тут получился. Так, ну и это, зеркало с выключателем. Ну, в общем, ванна удалась вроде. Вообще классно получилось. Вот то, что было, я, конечно, не думала, что из этого можно будет сделать что-то красивое. Но получилось очень классно, я довольна. У тебя брат видел, кстати? Нет. Когда уже все, мы там? Нет, вроде. Ничего не видел. Ну, критиковать начнет, наверное. Так, ну и комната. Ну, в комнате, в принципе, тоже тут как бы все довольно, ну, рассказывай. Красиво получилось. В общем, в принципе, как бы то, что в комнате, то, что я хотела, оно получилось. Вот, получается, довольно-таки светлое получилось, обои не особо темные. Все вроде как спокойно для комнаты, я думаю, что очень даже хорошо. Вот Ваня мне подсказал еще такие идейки. Я как бы купила освещение вот это вот еще до ремонта. То есть все от люстры пошло. Ваня мне уже предложил выключатели вот эти вот сделать, потому что у меня это все планировалось от единого, либо от розеток. Вот как бы вот так вот мне, конечно, больше нравится. А, в смысле, а, просто на этом дергать, да? И... Ну да, я думала, что это как-то вот либо дергать, либо включать в розетку, то есть вот так вот. Так мне больше нравится. А, ну нет, это, конечно, так уже это поудобнее. Еще, кстати, мы делали вот недавно на квартире. Там вообще, ну, у меня я как бы электрикой меньше занимаюсь, у меня больше отец специализируется, я такие, ну, довольно быстрые делаю. Там вообще это было сделано. То есть получается двойной выключатель идет, и он выключает. Причем идет как с этой стороны, так и с той стороны. То есть там тоже здесь у тебя кровать будет и тумбочка, да? И вот так же по две розетки и два двойных выключателя. Причем как бы на один нажимаешь, включает одну, на второй нажимаешь, включает другую. И стоит то же самое. То есть ты переходишь сюда, ну то есть не переходишь, а там лежишь с этой стороны. Надо там, включил этот, выключил. Потом, допустим, если здесь лежишь, включил также этот, ну тот. То есть можно так сделать, вот не знаю. Так, ну и здесь у тебя шкаф, да, будет просто? Да, здесь стиральный как бы шкаф будет, все в принципе туда войдет. То есть никакой другой мебель особо не предусматривать. Я думаю, что он достаточно. Вот. Так, по потолку здесь везде у тебя натяжной, да, потолок? Да, везде натяжной получается. Пойдем туда. Особенно меня радует гардин делает.
А, ну да, тут гардины. Был какой-то вообще пластик, ну, видно, дешевые какие-то гардины были. И решил я их тут попробовать покрасить. Ну, в принципе, он обычной краской. Ну, не обычная, а там для что-то пластика, железа, там акриловая, по-моему, краска. И нормально они покрасились в цвет. В принципе, ничего. Классно. Так, ну здесь кухня-гостиная получается. Кухня-гостиная, в принципе... По кухне вообще что здесь будет? Покажи. Кухня, вот, получается, наполнение кухни будет уже, бытовая техника, духовой шкаф, варочная панель. Здесь машинка уже. Варочная будет двойная или 4 комплекта? Наверное, на 4 будет, получается. Здесь вот вытяжка сразу идет, получается. Так, а здесь холодильник, да, будет у тебя? Да, здесь будет холодильник, пока его еще нету. Ну вот, он встроенный, и он будет закрываться. Вот так, он будет открываться, закрываться, и то есть как бы тут будет вот подсвет вот этого вот. Под цвет этих фасадов будет, в общем, сделано. Там я, знаешь, еще вот показать хотел. Вот здесь, здесь вот эта вытяжка идет. И в принципе, вот, чтобы ее не видно было, тут можно такую вот кромку, я у себя, по крайней мере, сделал. Ну, то есть, вот под цвет, допустим, да, ну, кромка такая обрамляет по всей. И вот это вот она перекроет, и не видно будет. Ну, там, ну, или, не знаю. Я не знаю, кстати, Коля что-то не спросил. Что можно сделать, потому что, ну, видно все равно. Вот я думаю, она как бы дальше уйдет. А тут получается, вот здесь вот вытяжка, и она как бы отбился вот здесь, и вот за счет вот этих загибов она к стене не смещается, то есть она вот от середины начинает идти, как бы там либо смещается, здесь меньше видно. А здесь вот как бы сильнее видно, поэтому, в принципе, можно бы заказать потом, и она закроет. Я даже не думала. Ну, кстати, вот многие спрашивают, вот что лучше сделать, кафель, вот это вот, как он называется? Ну, это как фальш-панель. Фальш-панель, да, либо там стекло. Ну, вот, самое дорогое, конечно, стекло, там со всякими рисунками. Ну вот кафель, фальш-панель, они попроще, подешевле. Есть еще вообще пленки, которые такие пластиковые, стоят где-то 1,5, по-моему, 1,2 метра. Ну они, кстати, смотрятся вообще хорошо. Единственное, их когда наклеишь там на стену, ну или просто на стене, плитку ставишь, плитка когда горячая, начинает вот это место коробиться. То есть, если кто-то там вдруг там будет, ну, себе делать, чтобы знали, что это. Так, ну и вот переход с кафеля на ламинат, так как же гибкий порожек здесь у нас. А, ну, по полу у тебя ламинат. Ламинат. Ламинат сколько стоит? Тысяча. 150. А ты, кстати, вообще где это все покупала? Ну вот ламинат, двери, плинтуса, все, что вот фурнитура к дверям, плинтусы, потом, это все вот ламинат.19.ру, вот этот магазин, там вот все. Ну что, там все там покупают, там дешевле. Ну вроде нормально. Я даже медицинский делал, спросишь, ламинат 19, ну медицинский это вообще как бы 25 километров по бокам. Ну как-то, в принципе, выбор у них неплохой, то есть как-то вот у них все достаточно так хорошо. Поэтому, ну опять же, все, тут вот сразу ламинат, сразу двери, сразу, это очень удобно. И, опять же, ну, да, вот, все посмотрел, к дверям как-то все приложил, и тут же уже понимаешь, как-то. А обои? Обои в магазине «Авангард». То есть там, ну. Я слушаю по радио, пока не могу. Да, вот первый раз я тогда зашла, но в принципе, как бы там очень хороший выбор обоев. То есть там на разный вкус. Это в Абакане. Да. Кто не будет смотреть, там поедет в «Авангард» куда-то. Ну, в принципе, да. Да,
посмотрел. А, уже телефон спросил, у меня не было, я это, ну, комментарии не ответил, не успел. Потом смотрю, второй приходит, о, хотел, а, где, как с вами созвониться? Потом смотрю дальше комментарии, о, блин, да вы систем, что-то 5000 километров отправил у вас. Я думал, что, ну, где-то здесь и работаем. Ну да, когда ты смотришь, конечно, обидно, потому что уже вот далековато, конечно. Так, ну... Но у нас ничего, Ваня, с Минусинска ездит в Абакан, вроде как... Потому что, да, как бы побольше людей. И, так, ну и вообще, сколько кучи вот это вот все, понимаю, лучше? Вот на такую квартиру, там, 41 квадрат. Ну, 500 тысяч ушло. 500 тысяч? Да, даже... Ну, это уже с кухней, но еще это не окончательно, то есть, как бы... Будет даже больше еще. Ну, а кухня у нас что-то 100-180. 108, да. Кухню просто у меня, ну, знакомые мужики вот со мной мы сотрудничаем, они вот делают сразу кухни и вот там шкафы там всякие вот такое. Такую мебель они там диваны не делают, вроде бы, я не знаю, что. Ну нет, по-моему, нет, они только вот. То есть, в принципе. То есть заходим и делаем все сразу, и окна есть, кто делает, и это, что еще. Вот сварщика хорошего у меня нет, если кто-то с Абакана будет, хороший сварщик, может, изводит, может, сотрудничать будем. Так, ну, то есть 500 тысяч, да? Ну да, даже больше будет, но это как бы еще не окончательно. Но это еще шкафы там заказал. Да, еще шкафы, то есть как бы это еще будет больше, то есть это... Еще тысяч, да. Еще балкон не делаем. Еще балкон, да. Балкон на весну, я думаю, что мы оставим, потому что там холодно. Поэтому весной там уже, конечно, и до балкона доберемся. Если, конечно, как не додумаю побольше расшириться, то уже... Да, да, конечно, места маловато. Я просто понимаю, что это как бы вроде как это... Как попало, делать нельзя. Надо делать хорошо. Не, а что как попало? Ну вот, не знаю, вот сколько я постоянно делаю, да, вот спрашиваю. Вообще, я просто советую, давайте по линолеум постелям, обои там где-нибудь купим. Вот по идее, вот стены там давайте сильно выравнивать не будем. Ну и смысл получается, вы лучше сделаете там одну комнату, сделайте нормально, деньги там подсобирать и сделать, ну если для себя, да, вот, если там самому жить, понятно, что если там квартира съемная, если для себя, ну вообще просто смысла нет там что-то вот на этом экономить, потому что в любом случае денег уйдет почти столько же, работа вся в принципе то же самое, там кафель без разницы там за 1000 рублей там, или за 300 рублей, чем он, кстати, дороже, тем его украдывать легче, то же самое, там ламинат, то же самое, обои там купили там недорогие обои, наклеивать обычно там 100 рублей, допустим, за квадрат, и ну ничего сэкономили в итоге, ничего не сэкономили там, ну там, не знаю, если, допустим, там квартира, ну, 300 тысяч, да, там, по идее, по ремонту, ну, выше 200 тысяч, ну, и там, на эти 100 тысяч, в принципе, потом опять переделать это все, там, через, там, 2-3 года, причем все опять заново, опять стены выравнивать. Тут уже стены все выровнены, ну переклеили обои, все. Ну, часто, кстати, так вот, ну, думают. Или начинают, ой, вот это вот, тут не надо равнять, пусть тут маленько это, объясняешь, что, да, блин, потом потолки будут там, вот это вот так вот все вылезет, блин, туса вот так вот все уйдет, то есть двери поставишь, наличник там, все это, ну, видно будет. Как, ну, многие, конечно, понимают, это уже не первый раз делают. Кстати, я вот это хотел показать еще вот по дверям. Вот если кто не хочет вот сильно выравнивать стены, где вот в тех местах, где двери, можно двери купить вот с таким вот наличником. Сейчас поломаем это все. Ну, сделаешь. Наличник, он, ну, вот не просто прибивается, а он как бы вот с таким пазлом идет. Потом он вот так вот вставляется. И за счет этого паза, вот если такие какие-то неровности, то есть его, во-первых, можно подпилить даже этот паз, где-то меньше, где-то больше. Вот так приставить. Ну,
вот с таким вот наличником, ну, как бы, вот, более-менее он вот стены такие сравнивает. Вот именно места, где вот двери стоят. Ну, вообще, как бы, рекомендую всегда, конечно, места, где двери и где вот кухонный гарнитур. Всегда вот эти стены выравнивать идеально в угоне. Потому что, ну, это видно будет, конечно, когда уже мебель установлена. Наверное, все, что хотели, господа. Да, результатом все, что сделано, всем довольно. Все получилось красиво, хорошо. Я тоже доволен, меня тут никто не гнал никуда, не торопил, блин, я не могу. Никто там не докапывался. Всякие бывают хозяева. Рада, спасибо. Тебе спасибо за то, что все так хорошо сделал. А, ну все, пока. Да. Не, но все равно вот, я вот так вот просто как бы сравниваю, как это вот все бывает. Просто столько нервов потребят вот обычно, пока делают, но на самом деле. А я не выключил.